что сантиметр туда. Подвинуть чуть. Так. Потому что немножко назад, она немножко как бы как будто вперед идет. Немножко натяжение. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Все, хватит, где не было. Аппетит, да. 25. Ну, сегодня ночью я, конечно, не ел. Не знаю, что. Обычно ем. Проснулся, не ел. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вес, короче, он как бы стоит на месте. Ну, талия ушла на 3 сантиметра. Ничего себе. Куда ушла? Ну, я замерил, минус 3 сантиметра. Не знаю, куда ушла. Может, из-за того, что я есть меньше стал, знаете, кишки. Да, да. Меньше тут стал. Может, и дефицит. Не знаю. Раз. Два. Четыре. Пять. Хорошо. В сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Вниз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Молодец. К вечеру температура была 37,2. Ну, а к утру всегда как-то лучше. К вечеру. Ну, уже нет такого, что как будто болезненно себя чувствую, да. Как будто выздоравливаю. Сейчас еще пропотеет. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Локти пошире, да? Ты пониже ряжка по подбородку. Раз. Раз, наверное, да. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Раз, два,
серии. Так. Подбородку? Ну, сначала грудь где-то. Пошире? Ну, не сильно широко, так как есть. Раз, то давай подкидывай нормально. Два, все. Три, вот. Четыре. Пять. Болезнь меня просушила. Нет, худо без добра. Такой жесткий, да? Это оно оттуда, если на плечи как секутся жестко. Жесткий. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Так, руки, да? Нормально, да. Раз, три, два, вот так. Три, четыре, пять. Хорошо. Раз, хорошо. Два, пускай, вон сюда. Три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Два. Выше старайся. Три, четыре, пять. Хорошо. Хорошо. Раз, выше, выше. Два, вот так. Три, четыре, пять. Хорошо. Раз, хорошо. Два, три, четыре, пять. Хорошо. Раз, два, три. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, два, и раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, два. И раз. Бок, да. Раз, да. Два. Три.
4, 5, 6, 7, 9, давай. 1, 2, купи заднюю дверь, наоборот. 3, нет, вот сюда, вот сюда, да. 4, 5, 6, 7, 8, 9, второй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, второй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, второй. Раз, два, три, сюда, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Колбу. Раз, два, три, удавлю, четыре, вот так, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Я не сейчас, сука, слепил. На ощупь, дальше. Приму добавили, да? Стал пожестче. Никогда не думал, что она бы примус будет. Я думал, она очень легкая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз. Арнольд использовал приму и метан, да? Ну и дерби, по-моему, чуть-чуть. Приму 500, он говорил? Ну, я слышал про 300. Друзья его, которые с ним тренировались, говорили, что 800. 800. Приму. И получается 600 деки и по 100 миллиграмм, блядь, метана. Как говорят, не знаю. За тестостерон никто ничего не говорит, да? Ну, как-то в то время тестостерон... Вот кто рассказывает вот, про то время, 70-е, как-то больше все связано с тензололом, знаешь, вот это дека, примобалан, а вот с тестостероном как-то, блядь, мало кто ассоциируется, я не знаю. Вот я ни разу не слышал, чтобы кто-то там болел в то время. Может, тестостерон — это само собой, типа, это натурально. Ну, может, они вообще это не имеют в виду, знаешь, как саморазумеющийся. Ну, да. Кто его знает. Сейчас пойди докопайся до той правды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. А вы приму использовали? В самом начале делал, потом, когда... Она пропадала, блядь, в принципе, обходился как бы без нее. Настоящей примы не было, да? Ну, вот только турецкую, если доставали, если не турецкую, то, в принципе, и не брал. И как бы,
Считается легкий такой. Ну, он легкий, но смотри, там много фазок, как и говорят профессионалы. Она как бы дополняет одно другое. Там есть какое-то такое интересное происходит. Точно не буду пиздеть, блядь. Но все профики, все всовывают хотя бы 200 миллиграмм в неделю. Ее всю, ну, то есть, если бы не было смысла, наверное, бы ее не делали. Стоя. Да. Кисти ровные. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Ровные. Десять. Два. И раз. Хорошо. Теперь Женя. А теперь Женя. Только началось. Только. Сколько уже тренируемся, еще не началось. Не, ну на плечах, да, на дельтах начало поджигать. Давай. Наверное, потому что время под нагрузкой большое. Мы же двумя руками по очереди делали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ну, в межсезон таблетки сейчас не используют. Кто? Ну, профики. С кем не общаешься? Ну, с кем не стараюсь. Ну, смотри. Потому что вот грузит. Сарцев сильно любит таблетированные эти стероидные препараты. И вот кто с ним работал, он много садит там. Там набор может 3-4 компонентов будет на таблетировании. Ну, типа, я так понял, упор идет на то, что желудок поберечь, да? Да, в принципе, и почище они все инъекционные. Все равно, да. Все, что через рот идет, оно же проходит, как бы, и процентное соотношение усваиваемости все равно гораздо меньше, чем инъекционные. Тоже, конечно, такое оправдание. Я боюсь укола, так боюсь укола, да, не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо. Все на сегодня. Икры не будем? Не, мы делали. Я их в понедельник. Как неделю такую я себе вот. Полегче. Придем в себя, да. Плечи покажу. Хотя сегодня, блин, после болезни, памп вроде все равно есть, да? Сниму майку. Gentlemen, it was a cold-blooded, premeditated murder.